жестче. Текст весь прямо вот «мне судьба». А вы говорите «мне судьба». «Мне судьба до последней черты, до креста», да? «Охота на волков» – знаменитая песня Владимира Высоцкого, которая известна многим. По ее мотивам ставят даже театральные постановки. С одной такой зримой песни на фестивале искусства «Мы таланты», который прошел в поселке Монино, выступил коллектив театральной студии «Зеркало» из Ленинского района. Мы привезли 4 номера, в том числе и Высоцкий, Жванецкий, Зощенко и Трушкин у нас. 4 работы привезли. Ну вот почему Высоцкий? Ну, Высоцкого, собственно, мы делали уже как бы не то, что давно его, но просто задумка такая была и к юбилею его, и вообще просто потому, что он талант, потому что он гений, потому что он интересен. Хочется, может быть, найти для себя какие-то новые работы, которые мы могли бы сами сделать, увидев других артистов. И, ко всему прочему, мы хотели бы показать себя, то, чему мы научились, то, чему нас научил наш педагог. Мне судьба до последней черты, до креста, спорить до хрипоты. Первый день программы фестиваля «Мы таланты» был посвящен киноискусству, второй – музыке, третий – театру. Зрители ожидали яркие выступления и новые имена. Молодые режиссеры, актеры и музыканты со всего региона продемонстрировали свое творчество на сцене культурно-досугового центра «Дом офицеров». Весь белый, словно большерудный пингвин. Творчество ребят оценивало строгое и профессиональное жюри в лице председателя Комитета по культуре и туризму Натальи Чуйченко, артистки академического хора имени Кожевникова Юлии Вагановой и актеров театра и кино Аристарха Вениса, Анастасии Денисовой, Валентина Сорокина и Ивана Маховикова, который пожелал ребятам удачи и творческих успехов. Успехов? Что, и самое главное, чтобы не разочаровывались. Главное, чтобы было искренне и по-настоящему. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».